Владимир Сапрыкин. Любовь. Что такое любовь? На этот вопрос никто однозначно ответить не сможет, так как каждый из нас – это индивидуальная биологическая особь со своим душевным восприятием окружающего мира. Сколько людей, столько и понятий этого удивительного слова «любовь». История человечества наглядно показала, что семейное счастье будет прочным и долгим, если оно держится на вере, надежде и взаимной любви. На любви, которая долго терпит и милосердствует, не завидует и не превозносит себя, не раздражается и не бесчинствует. Любовь не помнит ни зла, ее не радует ни правда, она все переносит. На все надеется, всему верит и ликует вместе с истиной. Если вера крепка, а надежда оптимистична, значит, союз мужчины и женщины будет пребывать в любви веки веков. Присмотритесь внимательно к семейным парам, отметившим серебряную, жемчужную, рубиновую, золотую, бриллиантовую и даже коронную свадьбу. Присмотревшись, вы увидите их семейный путь через огонь, воду и медные трубы, которые показывают всему окружающему миру, вне зависимости от национальности и вероисповедания, что вера, надежда и любовь – это три составные части человеческого счастья, а самая большая из них – любовь.